Всем привет, с вами Тимофей. Я играю с Лорандом Prime World. За победу получу 19,2 очка, за проигрыш 18,2. Блин, что-то маски больше, чем инженеру, не везет, мне кажется. Хотя, может, мне кажется. У инженера тоже так же было. Как будто специально так сделано, что когда до следующего звания остается пара побед, опять начинается специально, прям попадаются какие-то сливные напарники. Слушаюсь. Это, видимо, так игра устроена. Ладно, сегодня еще немножко на маске помучаюсь, потом кента попробую собрать. Может, завтра уже. Если кто-то хочет. А может, брошу это говно нахер. Ну конечно, глючная хуйня зависла. Егерь добегался. Не возражаю. Следую зову. Все непременно. Скрываю. Нужен друг. Не возражаю. Принести рану, как скажете. Повинуюсь.
Блин, где все враги, не пойму. Бля, фикси, сука. Умирать. Мастерский контроль. Почему это дерьмохрона, блять, именно вот когда вот я гангую здесь появилась? Вы понимаете, насколько все совпало, блять? И лук, и хрона ровно когда, блять, я ультанул Крио. Я просто пиздец охуеваю. Ну, блядь, но я нажимаю, не покупается, ну. Игра недоделанная, пиздец. Исполняю приказ. Смотрите, вот я сейчас нажимал. Что ему мешало, блядь, послать кинжал? Я думал, что мне понадобится помощь, но оказалось, что нет. Есть, убил. Он успел бросить в лук топорик. Уф. Я тоже кое-что успел. Все
кота уже нет. Печалька. Исполняю приказ. Ну, сейчас. Нанести рану. Мастерский контроль. Труп. Не возражаю. Слушаюсь. Все непременно. Смертельная рана. Это просто... Возражаю. Разрез. Все непременно. Есть. Настигнуть жертву. Да кота уже нет, наверное. А, есть, смотри-ка. Это что это меня так подбросило, интересно? А, тут гора. Блин, а чё, кота забрала гора? Да. Победа! Да. Не, ну вы видите, то победить вообще невозможно, а то вообще скукотища.
Это потому что игра не сбалансирована. Нихера вообще. 6-1-4 счет. 7 тысяч я нанес, 9 фикса, 8700 егерь, 14 гром, 11 вампир, 5 лук, 5 гора, 5 мими, 7 хроника, 6600 криво. Всем спасибо, всем пока.